Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства был создан 85 лет назад на базе Московской плодово-ягодной опытной станции. Производственная база его расположена на территории Ленинского района. Именно сюда после войны был назначен старшим агрономом Ефимов Владимир Федорович, глава трудовой династии садоводов. Родился он в 1900 году, закончил Тимирязевскую академию. До войны работал в Министерстве сельского хозяйства. Я дедушку помню статным, красивым мужчиной. Он, несмотря на тяжелые годы и лишения во время войны, до конца своей жизни сохранил такую твердость духа и силу духа, которая вселяла в его детей, в нас, внуков, такую силу жизни, что этот заряд он остался до сих пор. Дороги войны закалили Владимира Федоровича. Добровольцем в 41-м в ополчении защищал Москву. Вот здесь-то он и обморозил ноги, заболевания которых всю жизнь давало о себе знать. Уже стоял вопрос об ампутации ног, и дед разглядел, что таз, в котором проверяли чувствительность ног, из него шел пар. Ноги уже ничего не чувствовали, и дед понял, что если он сейчас скажет, что он ничего не чувствует, то ноги точно у него отнимут. А как агроному работать дальше? И он собрал свою волю в кулак и сказал: да, вода горячая, я все чувствую. Его восстановили. Он потом воевал на других фронтах и был участником ряда боев, за что получил звание гвардейца, много от командования благодарностей. И служил он уже непосредственно, когда было освобождение Европы, в тылу 2-й украинской армии, потому что получил сильную контузию. После контузии Ефимова не комиссовали. Разглядев в нем хозяйственную хватку, командование поручило офицеру вывозить с территории уже освобожденных от фашистов бесхозный крупнорогатый скот и птицу. Дед собирал эшелоны и отправлял в европейскую часть России эшелоны с трофейным скотом. Поскольку он имел большой опыт практической работы, он предложил выращивать для воинов действующей армии зелень, картофель на освобожденных территориях. И, может быть, сейчас кому-то покажется смешным, но дед знал полезные свойства овощей и фруктов. И он предложил заготовить для нужд армии квашеную капусту. И квашеная капуста была заготовлена в огромных количествах. Практически ей питалась не только армия, где вот он служил, но и другие войска. И за помощь в снабжении армии, за такую огромную проведенную работу, он был награжден орденом Красной Звезды, хотя орден, в общем-то, боевой. Владимир Федорович Ефимов – заслуженный агроном РСФСР. 17 лет он проработал в Институте садоводства. Им создан коллекционный сад из 800 сортов плодовых культур. Основан питомник, где постоянно совершенствовал прием выращивания посадочного материала. Агроном награжден 6 золотыми медалями за достижения в сельскохозяйственном производстве. Именно он внедрил новые методы пересадки уже взрослых деревьев. Когда в 59 году Никита Сергеевич Хрущев, а он тогда был руководителем нашей страны, дал задание восстановить кремлевские сады, выпал пал на нашу станцию плодовую, ныне институт, и обратились к Владимиру Федоровичу с вопросом проконсультировать и помочь в улучшении территории Кремля. Дед очень тщательно подошел к этому вопросу, был составлен список, и были выбраны растения, которые годятся по климатическим условиям, и впервые была применена посадка больших растений зимой. В общем, такой новаторский метод. И кремлевские эти сады до сих пор на территории остались, Танинский сад, то есть растения там эти есть, кто бывает на территории, может увидеть такие уже старые яблони, но они в хорошем состоянии, за ними ухаживают. Московскую плодово-ягодную станцию посещали не только отечественные, но и иностранные специалисты. Вместе с Ефимовым работала агрономом и его жена Леденева Елена Андреевна, к сожалению, рано ушедшая из жизни. Мой дедушка вырастил 3 дочерей. И старшая дочь, моя мама, Нина Владимировна Ефимова, она с детских лет
была увлечена садоводством и впитывала просто вот все, чему учил дедушка, ну, ее отец. А надо сказать, что дед был человеком очень требовательным и к себе, и к другим, и бескомпромиссным. И он всегда добивался от людей четко поставленных, выполнения четко поставленных задач. И моя мама начинала с ним работать, еще будучи, ну, юной 16-летней девушкой. И дед, несмотря на то, что он был все-таки руководитель, он взял ее простой рабочей. И моя мама прошла азы от простой рабочей до ведущего сотрудника нашего института. Вся трудовая деятельность Нины Владимировны Ефимовой связана с институтом, в котором она трудилась более 50 лет. Полученные от отца знания помогали ей в научной работе. Результатом стали созданные в соавторстве с коллегами 10 сортов груш. Она смогла осуществить мечту отца – вывести сорта груш зимостойких, урожайных, с плодами высоких вкусовых качеств. Один сорт носит название «Видное», а назван он так в честь города Видное. Ниной Владимировной опубликовано свыше 50 научных работ. Территорию Ленинского района в разные годы посещали представители иностранных фирм, потому что был питомник на уровне лучших мировых. И были здесь и министры сельского хозяйства периодически за всю историю института посещали нас, потому что в нашем регионе, конкретно в Московской области, мы ведущие предприятия, институт, который выращивает и производит сорта для хозяйств различных форм собственности на территории центрального региона России. То есть у нас обширные коллекции генетические в виде растений, семечковых, ягодных, косточковых культур. Проводятся исследования по сортоизучению, по агротехнике, по совершенствованию сельскохозяйственных орудий и механизмов для их обслуживания и так далее. Продолжая семейные традиции, вот уже 25 лет в Институте садоводства трудится дочь Ефимовой Нины Владимировны и внучка Ефимова Владимира Федоровича Сашко Елена Константиновна. Я не сразу пошла, мечтала, как папа, быть инженером, но жизненные обстоятельства сложились так, что в 90-е годы изменилась ситуация, профессия стала невостребованной, а поскольку в среде садоводов я прожила всю свою сознательную жизнь, было принято решение, что я поступаю на работу в Институт садоводства и заканчиваю заочно агрономический университет, что и было сделано. И фактически я тоже, как моя мама, прошла путь от простого лаборанта до научного сотрудника. Сфера деятельности Сашко Елены Константиновны – селекция и сортоизучение смородины и крыжовника. С 90-х годов ей удалось в соавторстве создать коллекцию 4 сортов красной смородины. Почему я люблю эту культуру? Казалось бы, кислые ягоды, у многих это сразу вызывает какое-то нехорошее ощущение. Но красная смородина бывает разной. Она отличается не только по срокам созревания, но и по цвету ягод и по ее непосредственному использованию. В довершение всего есть сорта смородины белой, розовой, которые вообще являются десертными. И они потребляются в свежем виде с удовольствием населением, кто выращивает эти ягоды. И позволю себе процитировать современную такую народную поговорку о том, что черную смородину мы выращиваем детям, красную родителям, а белую и розовую для себя. Почему? Черная смородина повышает гемоглобин, она полезна детям. Красная, наоборот, содержит много кислот, полезна людям взрослым. А вот нашему поколению нам не нужно ни лечиться, ни мы уже выросли, поэтому мы с удовольствием потребляем белую и розовую смородину в свежем виде. Не только полезный продукт, но и, как сейчас модно применять термин импортозамещение, мы с вами знаем про полезные свойства клюквы и других ягод, которые растут не на территории, допустим, нашей страны и подвержены радиоактивному заражению с тех территорий. А ягоды красной смородины, они не намного уступают по полезным свойствам той же клюкве. Поэтому я рекомендую всем, у кого есть дачный участок, обязательно посадить для себя, для детей, для внуков, для кого угодно. Именно красную смородину.
Елена Константиновна Сташко имеет свыше 10 научных публикаций. Как и дед, и мать, делится полученным опытом со специалистами. Уже тут работаю в институте с 2006 года, знаю Елену Константиновну, и хочется отметить такие ее качества, как коммуникабельность. Она, человек очень отзывчивый, всегда поможет. Также как добросовестный, относится очень творчески к своей работе. Труд селекционера непростой. На создание новых сортов плодоягодных культур уходят годы. Елена Константиновна Сашко в институте работает 25 лет. Я родилась в год, когда городу Видное присвоили статус города. Закончила первую школу в городе Видное. И все свое детство провела в этом городе, живя на Южной улице. И, в принципе, вся наша семья принимала активное участие в деятельности Ленинского района. Вот, опять же, мой дедушка в 60-е годы участвовал в озеленении города. Он непосредственно консультировал руководство города, администрацию Московского коксогазового завода. И с такими энтузиастами, как Лемешко, подбирал растения, выращивал посадочный материал, который до сих пор плодоносит на территории Московского коксогазового завода. Общий стаж трудовой династии Ефимовых составляет 117 лет. Яблони в цвету, весны творенье, яблони в цвету, любви круженье, радости свои мы дарили, с ними о любви.